День народного единства в нашей стране достаточно молодой праздник, отмечается с 2005 года. Но корнями уходит в далекое прошлое, когда в 1612 году Москву освободили от польских интервентов. Именно в этот период на Руси началось смутное время. После смерти царя Ивана Грозного на престол стали претендовать многочисленные родственники и приближенные. Но внутриусобица была не единственной проблемой. Воспользовавшись путаницей в стране, на Русь напали поляки. Чтобы защитить и спасти свое отечество, народ призвали объединиться и изгнать врага, на что русские люди охотно откликнулись. Народное ополчение возглавили князь Дмитрий Пожарский и купец Кузьма Минин. Они были большими патриотами и смогли поднять за собой огромное ополчение. Наверняка многим знаком памятник героям того времени, что стоит на Красной площади в Москве. Два совершенно разных человека, но горящие одной целью, с чудотворной иконой Казанской Божией Матери сумели 4 ноября 1612 года взять штурмом Китай-город и изгнать поляков из Москвы. Эта победа послужила мощным импульсом для возрождения русского государства, а икона стала предметом особого почитания. Позже, из-за революции 1917 года, традиция отмечать эту победу прервалась, но возродилась в 2005-м, так что праздник – это некое возвращение к старой традиции. В этот день по всей стране проходят праздничные гуляния, концерты, представления и спортивные соревнования. Красноярский край не исключение. Сотни мероприятий объединяют людей и знакомят с историей.